параде участвуют команды победителей второго этапа смотра конкурса строевой подготовки. Это ученики гимназии Эврика, школьники с 1, 7, 5 школ, казачата из 12 и 18 школ, курсанты морского пограничного лицея Анапы. Ребята, чеканя шаг, должны продемонстрировать выправку, строевую подготовку и выучку, необходимые качества будущих защитников Отечества. Смотр конкурс «Красив в строю, силен в бою» проходит на Кубок ветерана Великой Отечественной войны Николая Корнеевича Бомка. Для молодого поколения он яркий пример мужества и героизма. После окончания 6-месячных курсов начальной военной подготовки 17-летним мальчишкой пришел в вооруженные силы. В Великую Отечественную стал командиром батареи легендарных «Катюш». Мне бы хотелось, чтобы вы сегодня, вот в присутствии Николая Корнеевича, который прошел длинный боевой и трудовой путь, показали элементы одиночной выучки, слаженность строев, исполнение строевой песни и доказали, что вы лучшие. Хорошо, что у нас есть люди, готовые участвовать в защите Отечества и готовить себя к этому. Поэтому пожелаем вам здоровья, успехов и чтобы военные баталии у вас были только учебные на картах и здесь, в спортивных залах и на полигонах. Отряд «В одну шеренгу становись, равняйсь смирно, по порядку рассчитайся», командует Влад Шинкаренко, ученик первой школы. Здесь он самый маленький командир, так как учится только в 3-м классе. Но, как говорят, маленький да удаленький. Выправкой и четким шагом, речевкой и песней он и его команда просто покорили судей. Тебе нравится маршировать? Да, мне нравится это. А чем? Тем, что это мужество, отвага, честь. Я давно хотел стать моряком. Курсанты морского пограничного лицея считают, такие смотры-конкурсы воспитывают в них дух любви к родине и уважение к славной истории российского государства. Бесспорно, чувство гордости, мужества, чувство команды и ответственности за результат соревнований здесь испытывает каждый. И в каждом есть уверенность в том, что в случае необходимости он встанет на защиту родины. В казачьих классах уже есть те, кто носит первые награды в своей жизни. Который находится слева, это знак казака. То, что справа он... За отличную учебу и примерное поведение. Справа у меня это знак казак России, а слева это знак казачонок Кубани. Справа знак означает принадлежность к войскам. Его дают за хорошие показатели в учебе, за дисциплину. А слева знак дают за победы в соревнованиях, за активное участие. И тоже за дисциплину и за хорошую учебу. По окончании смотра судьи решили не разделять команды на первое, второе, третье место. Раз ребята вышли в финал, то они уже победители. Поэтому кубками и медалями были награждены все командиры команд. Светлана Авилова, Алексей Мухуртов, Анапа регион.